Ассаламу алейкум всем. Ничках, Юждак, ТВ-24 телевизион. Так что ничего скрыть от наших зрителей не получится. Барабан перед вами. Все, что нужно было сделать организаторам. Барабан, все уже сделано. Теперь дело только за удачей. Чего я вам всем и желаю. Призов, как всегда, у нас очень-очень много, поэтому долго вступать не будем. Начнем с ходу. И начнем как бы с разогрева, пока наши помощники... Кстати, за помощниками можно следить, если у кого-то сохранились записи прошлых лет, то можно увидеть, как вот молодые ребята у нас растут прямо на глазах. Они уже пятый или шестой год вместе с нами достают вот эти вот замечательные корешки, крутят барабан. А мы начинаем, и у нас первый на сегодняшний день приз, как говорится, с Богом, ваза для фруктов. Так, кто у нас помощники маленькие, очаровательные девочки, будущие джигиты мужчины? Поехали. Итак, первый билет Е223. Е223, ваза для фруктов уходит к вам. Поехали дальше. У нас в розыгрыше утюг. И очередная наша помощница достает билетик, который и достанется обладателю этого билета, и достанется приз. И это билет номер А656. А656. А на самом деле в этом году... В этом году у нас есть небольшое новшество. Вот на этих билетах вы видите, что снизу написаны или имена, или номера телефонов. То есть мы можем сразу с вами связаться с людьми. Если там будет имя, то мы его зачитаем. Если будет номер телефона, мы его вот так вот пальцем закроем, чтобы потом соседи не узнали, кто выиграл этот приз, и уже не поджидали дома. Поехали дальше. У нас кофемолка. И маленькая принцесска сейчас достанет билет. И мы узнаем, кто стал обладателем нашей кофемолки. А серия Ж963. Ж963 – это кофемолка. Поехали дальше. Чайник электрический. Уже уходят в прошлое те времена, когда чайники были только металлические. Сейчас в основном электрические. Серия З983. З983, чайник электрический, он ваш. Далее, термопод в розыгрыше. Серия Г237. 237, серия Г, термопод, миксер с чашкой в розыгрыше. И достаем билетик. На самом деле, когда в начале розыгрыша такие маленькие призы попадают, думают, а что такая мелочь. Серия В067, серия В. Вот. А потом, когда розыгрыш заканчивается и ничего не выиграешь, говорят, ну хотя бы какой-нибудь чайник выиграли. Поехали дальше. У нас есть в зале у нас выиграл миксер. 067. 067. Ну, бывает. Поехали дальше. У нас кастрюля от Берлинго. Варить супы или делать жаркое в 2020 году. И уходит она обладателю билета В371. Серия В371. Кстати, поздравляю еще раз всех с наступившим годом. У нас уже 2020 год. Такой приятный год для того, чтобы сыграть свадьбу. Памятная дата будет 2020. Следующий приз у нас сковорода, и она уходит обладателю билета серия Г659. 659, серия Г. Сковорода ваша. Поехали дальше. У нас мясорубка. Мясорубка, уже перестали писать, что она электрическая. По-моему, уже понятно, что
вот эти вот ручные мясорубки, они ушли в прошлое и безвозвратно. Серия А 286-286, серия А, сковорода, нет, мясорубка электрическая, она ваша. Идем далее, у нас смартфон. Первый смартфон, наверняка их будет очень много. Смартфон уходит обладателю билета серия V633. Серия V633, смартфон ваш. А у нас может быть даже смартфонов разных модификаций, поэтому кто первый придет, тот выберет себе лучший. Так что как только узнаете, приходите. Набор ложек и вилок у нас в розыгрыше. Маленькие очаровательные помощницы достают счастливые билеты. Серия G250. Серия G250. Набор ложек и вилок уходит к вам. Графин со стаканами. Графин со стаканами уходит нашим зрителям. Серия Z128. Вот это обладатель билета, который выиграл графин со стаканами. Микроволновая печка. Тоже такая вот вещь, которая вошла в обиход. То есть в первых розыгрышах лотереи «Юждак», наверное, такой вещи не было, потому что были далекие начала 2000-х. Серия Z367. Микроволновая печка Z367. Поздравляем вас, она теперь ваша. Поехали далее, у нас еще одна ваза для фруктов. Ваза хрустальная для фруктов. Можно сразу купить мандарины и вот ставить на стол. Серия E757. 757, серия E. Ваза для фруктов входит к вам. Далее фен для волос. Фен для волос, и это билет серия E128. 128, серия E. Фен теперь ваш. Поехали дальше. Ваза хрустальная уже для цветов. Ваза цветочная, и она будет радовать обладателя билета серия B913. B913, ваза для цветов уходит к вам. Очередной наш приз, чисто женский. Хотя ваза для цветов, в принципе, тоже женский приз. Это золотой кулон. Ну, я как бы сомневаюсь, что парни у нас с золотыми кулонами ходят. Серия G716, 716, серия G, золотой кулон, уходит к вам. С чем вас и поздравляем, наверняка у вас есть еще билеты, и вы будете сидеть и ждать своей золотой цепочки, чтобы был полный комплект. Смарт-часы наручные, вот еще одно новшество, технологии уходят вперед, и наша лотерея идет в ногу, серия А, 976, 976, это смарт-часы наручные. Очень удобная, очень полезная вещь. Блендер для коктейля. Теплыми летними деньками, о которых мы сейчас только мечтаем. Вещь полезная. Серия G218. G218. Блендер для коктейля. Уходит к вам. Мы попросим наших помощников покрутить барабан. Вот, чтобы вот эти вот те, которые в уголочке затерялись, наши корешки тоже достались и достали нам билет, обладатель которого выиграет смартфон. Еще один смартфон уходит обладатель билета серия Z921, 921, серия Z. Смартфон ваш, чем вас и поздравляем. Далее в розыгрыше набор кастрюль. Одна кастрюля, а сейчас вот целый набор будем разыгрывать. Большие, там средние, поменьше. Серия E621. 621, серия E, набор кастрюль.
будет отныне на вашей кухне. Еще один желанный подарок. Наверняка столько же людей, сколько желали автомобиль, столько же желали и планшет. Потому что нынче молодежь, она вот растет на Ютубе. И планшет просто необходим, там экран побольше. Серия V686. 686, серия E, планшет уходит к вам. Пользуйтесь на здоровье. Далее у нас набор половников. Кухонная утварь, как всегда, занимает очень много места среди призов розыгрыша телеканала «Юждак». Серия B652. 652, серия B. Набор половников уходит на вашу кухню. Далее у нас электрический чайник. А мы еще раз перемешиваем тщательно все, что у нас в этом барабанчике. Чайник электрический уронили. Хорошо, что ли. Серия G928. Почти как мегафон. G928. Это у нас чайник электрический. Поехали дальше. Пылесос. Также один из желанных, один из долгожданных для кого-то призов. Серия G283. 283, серия Г. Тот самый билет, который стал обладателем пылесоса. Набор ножей. Вот это вот опасный подарок. Опасный приз. Ну, смотря, чьи руки он попадет. Набор ножей. Сразу и музыка там зазвучала тревожная. Серия А 467. 467. Серия А. Это набор ножей. Далее у нас мультиварка. Мультиварка. Тоже кому-то на кухню. Серия Z019. Z019. Чтобы у нас серия Z очень много выходит. Давайте мы чуть-чуть опять. Вот так отлично. Поехали дальше. Чайник эмалированный. Вот какой еще у нас чайник есть, оказывается. Железный эмалированный. Поехали дальше. Чайник эмалированный. И он становится на плиту. Серия E093. 093, серия E. Это ваш чайник. Далее у нас утюг. Еще один утюг. Утюг, которым гладят не волосы, а гладят нашу одежду. И он уходит обладателю билета. Серия D007. D007. Кстати, когда покупают билеты, всегда приходят покупатели и вот кипи билетов убирают такие плотные номера, там, как будто они потом их на машину себе будут ставить. Далее у нас смартфон. И я вот и потом замечаю, очень редко они выпадают, всегда выпадают какие-то корявые, некрасивые номера. Вот как вот такой вот А320-320, серия А. Это у нас смартфон. Обладатель смартфона. Поздравляем. Далее кухонный уголок. Вот. Вот, а где уголок? Все, вижу. Вижу, он тоже не собранный. Кухонный уголок уходит обладателю билета. Серия G685, 685, серия G. Все, кухонный уголок теперь будет стоять у вас на кухне в углу. Термопод. Термопод, чтобы оставалось у вас все. Все блюда в теплоте. Серия A146, 146, серия А. Далее у нас в розыгрыше блендер 3 в 1. Блендер 3 в 1. И он уходит от
обладателю вот этого билетика. Серия Б 721, 721, серия Б, блендер 3 в 1. Еще один желанный приз, это телевизор. Телевизор не простой, а смарт-ТВ. Тоже дети очень любят, потому что на смарт-ТВ смотреть YouTube еще приятнее. Серия Z 870, 870, серия Z. Вот, и вот под эту вот музыку мы открываем первый листочек от длинного списка призов. И сразу следующий приз — это планшет. И обладателем планшета у нас становится вот обладатель билета, корешок, который вот серия Z 893. Сколько вот наши ассистенты не крутят, не проворачивают этот вот барабан, а выпадает только серия Z. Так, далее у нас кастрюля от Berlingo. Качественная фирменная кастрюля от фирмы Berlingo. Вот серия D 986. 986, серия D. Вот. Кастрюля теперь ваша. Мы идем далее. У нас чайник электрический. Чайник электрический, чайник офисный, как его еще называют. Но у нас и дома в нем варят чай. Серия B 340. 340, серия B. Чайник электрический. Далее у нас доска гладильная. Вот она у нас здесь стоят. Целых 5 штук. Стоят в сторонке. Лоточки вот так, ребят, как говорится. Доска гладильная, серия B. 433. 433. Это у нас доска гладильная. Очень большой приз. Я бы не сказал, что такое было, что человек сидел, сказал, вот бы я выиграл холодильник, Ларри. Но те, кто его выиграют, обязательно. Она очень-очень сильно пригодится, особенно летом. Холодильная камера Ларри. Вот она вот здесь лежит. Такая морозилка, которая лежит. Вот. И она уходит. Серия Е 695. 695, серия Е. Морозильная камера Лай, теперь ваша. Приходите на машине с багажником или на газели. Далее кофемолка. Кофеманы наверняка тоже есть среди зрителей, среди обладателей билетов. Серия Е 114. 114 Е. Кофемолка. Отныне ваша, приходите, забирайте. Далее у нас мясорубка. Мясорубка электрическая. У нас народ с каждым годом все ленивее и ленивее. Ничего уже сами не делают. Все делают вот такие вот приборы. Серия G511. G511. Помнятся те времена, когда разделка мяса — это целая процедура, которая занимала целый день. Начиналось утром с того, что точились ножи в мясорубке. Далее у нас утюг. Утюг, серия D 249, 249, серия D. Утюг обычный, электрический. Уходит вам. Далее термопод. Термопод, вот этой вот удачливой ручкой наша девочка, сейчас помощница, с бантами и хвостиками, достанет и отдаст обладателю билету серия E. 476. 476, серия Е. Термопод ваш. Далее у нас чайный сервиз в розыгрыше. Сервиз чайный, и он уходит обладателю билета. Вот корешок, который мы достали. Серия Е 473. 473, серия Е. Сервис чайный. Еще один смартфон у нас в розыгрыше. Умный телефон.
Говорят, некоторые телефоны даже умнее своих обладателей бывают. Серия Z 352, 352, серия Z, очень умный смартфон. Заканчивал три университета. Далее, электрическая духовка. Духовка электрическая, это вот не микроволновка, нисколько, это вот такая другая духовка, в которой можно печь пироги, кстати. Серия А, раз, два, три, 123, серия А, духовка электрическая, ваша. Поехали дальше, у нас миксер с чашкой. Вот, чтобы было поменьше посуды, которую нужно стирать. Так, миксер с чашкой. Под эту веселую мелодию входит обладатель билета серия Ж, 636. 636, серия Ж, вот зеркальный номер. Ваза для фруктов, у нас розыгрышей, и мы достаем билетик. Достаем билетик. Ваза для фруктов или фруктовница. Серия Д, 552, 552, серия Д. Ваза для фруктов уходит к вам. Далее у нас пылесос. Пылесос, чтобы дома была чистота, был порядок. Серия Z 119, Z 119. Пылесос уходит к вам. Далее у нас часы настенные. Часики, которые можно вешать на стену. Серия А 723. 723, серия А, часы настенные. Далее у нас блендер для коктейля. Блендер для коктейля. И он уходит обладателю билета серия В 674. 674, серия В. Блендер для коктейля ваш. Поехали, еще один очень приятный приз, большей части для детей, потому что в тех семьях, где дети, обычно триколор принадлежит только им. Это вот круглосуточный карусель, там и другие детские каналы там. Комплект триколор, серия Ж-062, Ж-062, триколор в комплекте. Вам остается только забрать его и прибить к стенке своего дома. Графин со стаканами. Графинчик со стаканами достает билетик, и он уходит обладателю билета серия В 283. 283, серия В. Володя. Печка микроволновая. Микроволновая печь. Тоже очень полезная, очень удобная вещь дома. Серия B807. B807. Микроволновка отныне ваша. Цифровой телевизионный приемник. Я так понимаю, это вот для приема 20 общероссийских телевизионных каналов. Серия E014. E014. Цифровой приемник. Ваш. Далее у нас достаем планшет. Прямо вот сейчас достанем и отдадим планшет обладателю билетика. Серия Ж 452. 452, серия Ж, планшет ваш. Приходите, прибегайте, забирайте. И пользуйтесь на здоровье. Ваза для цветов. Приятный подарок. Серия Ж 028. 028. Ваза для цветов. Уходит к вам. Далее еще один чисто женский подарок. Приз. У нас в розыгрыше золотое кольцо.
золотое колечко для прекрасной обладательницы билета серия А-872. Вот. Если вдруг обладатель не прекрасный, а прекрасный, то можно подарить своей прекрасной половине. Далее чайник электрический. Чайник электрический уходит обладателю билета под номером серия А-097. Электрический чайник будет радовать вас горячим чаем. Долгими еще зимними чаями, еще полтора месяца почти. Этого холода невыносимого со снегом по колено. Далее у нас смартфон, и он уходит в билет номер Е-308, серия Е, обладатель очередного смартфона от лотереи телеканала Юждак. Далее у нас термопод, а мы еще тщательнее поворачиваем барабан и достаем билетик в розыгрыше термопод и серия З-965. 965, серия Z. Там сзади написано имя. Что там написано сзади? Здесь написано Алим. Вот, Алима поздравляем. Стал обладателем термопота. Далее у нас утюг. И обладателем утюга у нас становится обладатель билета. Корешок, который у нас в руках, серия В-381. 381. Утюг ваш. Далее мультиварка, и мы достаем билетик, обладатель которого станет автоматически обладателем мультиварки. Серия Ж-967. 967. Серия Ж, мультиварка. Ваша. Поехали дальше. У нас чайник. Чайник железный, по старинке, на печке. Все равно этот чайник, кажется, вкуснее, чем тот, который в электрических чайниках. Серия D972. 972, серия D, чайник эмалированный, железный, вам на печку. Далее набор ложек и вилок. Ложек и вилок. И это серия Г171. Набор ложек и вилок. Он на стол. Еще один блендер 3 в 1. У нас в розыгрыше. Блендер 3 в 1. И это обладатель билета под номером серия Г843. 843, серия Г. Блендер 3 в 1, он ваш. Далее набор половников. Горчая, кефира, как у нас говорят. Серия Г. 147. 147, серия Г. Набор половников уходит к вам. Очередной приз, который наверняка порадует не меньше, чем автомобиль. Ну, туда, конечно, лукавлю. Это телевизор Smart TV. Smart TV уходит обладателю билета серия Z-332. Тройка, серия Z. Вот у нас в зале обладатель Smart TV. Вот, попрошу оператора, вот она дает. Все, вот здесь рядом со мной стойте, чтобы наши зрители вас увидели. Вот, а потом вы уже подойдете после лотереи, и мы вот отдадим ваш телевизор. Поздравляем, вот счастливый обладатель Smart TV, который будет радовать, будет смотреть на этом Smart TV как раз. Телеканал Юждак, телеканал Эксклюзив, лидер. Все, всего вам доброго, удачи в наступающем году, чтобы во всем вам так везло. Поехали дальше, у нас планшет. Вот, а говорят, что чудес не бывает, вот так вот прямо у всех на глазах в прямом эфире человек забрал себе телевизор.
А планшет уходит обладателю билета серии А126. 126 серия А. Планшет ваш. Далее у нас стол обеденный. Еще один приз из серии «Приезжайте на машине с багажником». Вот стол обеденный. Это вот не маленький вот столик журнальный, а вот реально вот стол, где можно всей семьей собраться и отметить победу. Серия Z013. Z013, стол обеденный. Уходит к вам на кухню или, не знаю, столовую. Набор кастрюль. Кастрюли их несколько, по-моему, 3 штуки. Вот где-то видел. 5 даже. 5. Зачем 5 кастрюль? Серия Е-828. Е-828. Сразу 5 кастрюль вам на кухню. Вот чтоб там приготовили, покушали, потом чуть осталось, переложили в кастрюлю поменьше и вот так вот до конца. Smart TV. Smart TV у нас очередной приз. И серия Е-510. 510 серия Е. Смартфон. Ваш смартфон уходит к вам, и мы продолжаем доставать наши призы. Это электрическая духовка. Духовка электрическая, она в народе известна как Итимат, я не знаю, какая фирма у нас сегодня. Серия G780, 780. Серия G, это духовка электрическая. Далее, сковорода. Казалось бы, мелочь, но какая кухня может обойтись без сковороды? Вот как вообще жить без этого предмета? Серия Z 776. Серия Z, вот как бы ни крутили, ни переворачивали барабан, вот наши помощники, все равно серия Z так и лезет на руки. Далее у нас кофемолка. Кофемолка. Культура кофе, она в некоторых странах Европы, Азии, это прямо вот философия целая. У нас она тоже приживется. Серия Z 575. Серия Z 575, кофемолка, она ваша. Далее у нас утюг. Подарок не только приятный, но еще и полезный дома. И утюг у нас уходит обладателю заветного билета серии Е-400. Е-400, вот. И выпал тот самый билет с блатным номером Е-400. Так, и выдавит Аслан. Аслан, поздравляем с Леней Ичи. Я даже помню, я сам писал своими руками слово Ичи. Так, что у нас? Извиняюсь, здесь у нас вот пришли из соседнего ресторана. Просят, если в этом зале есть обладатель двух приор 053 и 276Е. Очень большая просьба того приора. Никто выиграл приору, а кто остановил прямо возле ворот ресторана, просьба убрать свою приору, потому что вот люди хотят кушать, а вот из-за ваших машин такие вот неудобства нет. О 053 и Н-276. Так, а мы возвращаемся к нашим радостным событиям. Утюг был у нас? Все, чайный сервиз, утюг ушел под шумок. И чайный сервиз мы отдадим обладателю билета. Серия Е-929. Е-929. Чайный сервиз ваш, поздравляем. Далее у нас пылесос. И пылесос мы отдадим с легкой руки вот нашей помощнице. Серия G-088, серия G, пылесос, будет теперь чисто ваш дом. Гладильная доска, очередная.
И гладильная доска у нас уйдет облака к билету серия D 685. Серия D 685. Доска гладильная. Поехали далее, у нас фен для волос. Фен для волос, вот прямо вот что было у краешка, то и взял наш помощник. И это серия V 456. 456, серия V, это фен для волос. Далее у нас, ну, почти что приора, но для молодых наших обладателей билета велосипед. Вот он здесь стоит, фирма Stealth. Приятный подарок для мальчуганов, конечно, в первую очередь. Ну и девочки сейчас могут кататься. Серия G037. G037 – это велосипед. Вот, тут можно обойтись и без машины, с багажником, потому что можно сесть на него и сразу уехать. Далее часы настенные. Говорят, счастливые люди часы не наблюдают, но сейчас время так быстротечно, что нужно постоянно держать руку на пульсе. Серия V055. Часы настенные. Ваши. Далее у нас микроволновка в розыгрыше. Микроволновая печь. Говорили раньше, спутник холостых мужчин. Сейчас вот даже сами женщины тоже ей пользуются. Серия E498. 498. Микроволновая печка. Вот, и на обороте там написано, там, по-моему, целая книга. Так, селение Новоуссур, Мадрид. Мадрид, поздравляю. Микроволновка твоя. Далее у нас чайник электрический. Электрический чайник. И это билет серия А-795. Электрический чайник. И что там на обороте написано? Давайте я зачитаю, все равно интересно. Здесь написано Шахабудин село Ярак. Поздравляем. Далее набор. Набор ножей. У нас опасный острый приз. Набор ножей серия Б. 539. 539, серия Б. Вот приятно, когда на обороте написано не столько имена, а вот населенные пункты. Видно, насколько огромна география. Вот у нас был Учин, был Ярак, был Новоуссур. То есть весь Юждаг реально участвует и реально выигрывает нашу лотерею. Далее у нас смартфон. Очередной смартфон и очередной счастливый обладатель. Серия Ж 066. 066, серия G, смартфон, уходит в ваши руки. Далее у нас золотое кольцо. Золотое колечко. Нет ни начала, ни конца, как говорится. У золотого кольца. Серия G, 564, 564, серия G, кольцо золотое. Не серебряное, не позолоченное. Далее блендер для коктейля. Блендер для коктейля. Просто приятный напиток. Кроме того, я знаю, этим блендером пользуются вот эти спортсмены, которые всякие смеси в них крутят. Серия А 954, 954. Блендер для коктейля. Уходит к вам. Далее графин со стаканами. Вот графин со стаканами как раз для тех, кто вот ждал приору и не дождался. Серия Z 795. Графин со стаканами. Все остальное необходимое по дороге возьмете с магазина. Далее планшет. Планшет. Тоже почти как смартфон, только чуть побольше. И чуть приятнее смотреть на нем. Видео серия А 227. А-227, 227, это планшет. Поздравляем. Далее у нас кастрюля от фирмы Берлинго. Да,
А вот оно здесь. Я забыл. Так, кастрюля пробированная уходит на кухню. Обладателя берета серия Z410. 410 серия Z. Берлинго ваш. Миксер с чашкой. У нас очередной приз. Миксер, всякие сладости, всякие вкусности можно готовить. Серия D358, миксер с чашей. Ушли в прошлое, те времена, когда вручную это все часами всей семьей по очереди взбивалось. Сейчас это все делается быстро. Еще одна полезная вещь, которая облегчила жизнь нашим домохозяйкам, это стиральная машина-автомат. Вот здесь вот реально. Спасибо тем, кто его изобрели. Удобная вещь. И наверняка нам скажет спасибо обладатель билета серии G027, стиральная машина-автомат. Вот она вот здесь стоит, уходит к вам. Даже скажу, кто это. У нас Ян Ахмед, совхоз Гарейханова. Я одного Ян Ахмед совхоз Гарейханова знаю, надеюсь, что он. Далее у нас мясорубка в розыгрыше. Серия D614, серия D. Мясорубка электрическая, очень удобная. Уходит к вам. Вообще говорят, весь прогресс в мире происходит из-за двух вещей, из-за лени, из-за войны. Вот все эти удобные вещи придуманы из-за лени. Номер какой был? Предыдущий номер. 614. Да, наверняка сейчас надо будет там смотреть, не найдем его. Нет, нет. Там, ну, потом уточним. Термопод у нас уходит серия G437. 437, серия G. Термопод ваш. С чем вас и поздравляем. Далее у нас утюг. Утюг. Чтобы всегда было глаженными ваша одежда. Серия G129129, серия G. Утюг ваш. Поехали дальше, у нас мультиварка. Мульти — это значит все, что придет в голову. Варка — это слово варить. То есть можно все, что закидывать, варить. Супы, соусы, харчо. Серия Е788, серия Е. Мультиварка уходит к вам. Да, просят из зала перемешать. Те люди, которые пришли. Они сейчас пока спокойны, потому что все знают, что приора у нас все еще впереди. И может даже в какой-то степени те люди, которые взяли один билет и выиграли там чайник, думают, ох, мог бы выиграть автомобиль. А далее у нас чайник эмалированный, чайник железный, чайник, который надо ставить на газовую плиту. Серия G603, 603, серия G. Чайник эмалированный, но не ваш. Далее у нас блендер 3 в 1. 3 в 1 это разные чаши, скорее всего, 3. Или можно там как блендер его использовать. Серия V905, серия V. Блендер 3 в 1 идет на вашу кухню. А ваш зал рядом с телевизором идет цифровой телевизионный приемник. Приз под номером 100, а какой номер билета, сейчас мы узнаем. Серия Z609, серия Z, это приз, сотый счастливый обладатель приза лотереи от телеканала Юждак. Село Аликент, Видат, вот, Алекфи. Получает цифровой приемник. Далее у нас смартфон в розыгрыше. Смартфон. Такой вот умный телефончик. Серия B941.
смартфон ваш. Далее у нас небольшое отступление, потому что у нас очень необычный приз. Уже третий год мы разыгрываем от свадебного салона «Санторини». Есть такой замечательный салон в городе Дербент, и они каждый год разыгрывают не платье, а сертификат на кругленькую сумму денег. Вы можете взять этот сертификат. А вот такой вот сертификат. И можете с этим сертификатом пойти и выбрать себе платье в свадебном салоне «Санторини». Вот, это для тех, кто в этом году планирует сыграть свадьбу. Очень приятно, для вас будет подарок, потому что платье нынче стоит почти как приора. Так что и мы достаем билет. Па-дам! Серия Z312. 3-1-2, серия Z. Приходите за своим платьем. А мы перелистываем еще одну страницу нашей приятной истории. Следующий приз у нас планшет. И это серия G577. 577, серия G, планшет. Набор ложек и вилок, очередной наш приз. Набор ложек и вилок уходит на кухню обладателю билета серия А-488. Серия А, четверка, восьмерка, восьмерка. Набор ложек и вилок. Пользуйтесь на здоровье, чайник электрический. Электрочайник. Вот вам билет. Серия Е-199. Е, единица, девятка, девятка. Чайник электрический. Поехали дальше. У нас фен для волос. Для сушки волос. Для укладки. Кто как будет пользоваться. Серия В-476. Серия В-476. Фен для волос ваш. Далее у нас кофемолка в розыгрыше. И мы еще раз взбалтываем наш барабан. И достаем билет. С счастливым обладателем кофемолки. Серия Z-268. 268, серия Ж, это кофемолка. Далее у нас электрическая духовка. Духовка электрическая. У нас вот здесь они стоят. Где-то. Так много призов, что вот сразу не сориентируешься, где они здесь лежат. Серия Z-632. 632, серия Z, духовка электрическая. Поздравляем. Далее у нас чайный сервиз. Чайный сервиз круг. Мы очень долго его разыгрывали. Да, у нас сейчас уже совсем другой сервиз. Серия А-757. 757. Серия А. Чайный сервиз будет радовать вас горячим чаем. Далее у нас утюг. Утюг у нас, я бы не сказал, что призы вот такие супер дорогие, но они все очень важные. То есть не будет такого, что вы получили приз и выкинули его. Серия G-187-187. Это утюг. Вещь, которая будет служить вам верой и правдой долгие года. Так, и я даже знаю, кто его выиграл. Сленя Винихартас. Вот обладатель этого утюга. Нам приедет. Картаза. Далее у нас розыгрыш сковорода. Сковородка для жарки. И это билет серия Г-535. Серия Г-535. Сковорода. Входит к вам.
Очередной приз у нас смартфон. Умный телефон, который, без которого сейчас вообще немыслима жизнь. Серия E701. E701. Смартфон. Здесь какие-то на старом албанском надписи написаны. Языка этого не знаю. Ну, видимо, имя свое написал. Далее, газовая плита с духовкой. Вот, вот она вон там стоит. Очень полезная, очень нужная вещь. И газовая плита, и духовка. Серия B844. B844. Газовая плита с духовкой. Далее у нас ваза для цветов. Ваза для цветов. И достаем билетик. Самая активная наша помощница. С бантами серия Z584. Z584 – это ваза для цветов. А мы достаем доску гладильную. У нас розыгрышная доска гладильная, и это серия G503. 503, серия G. У вас гладильная доска, если вы чуть правильно выбрали утюг, то у вас уже полный комплект. Далее блендер для коктейлей. Блендер для перемешивания всяких вкусностей. Серия G600. Вот он, наконец-то выпал элитный номер. Серия G600, блендер для коктейля. Ваш, приходите, забирайте, пользуйтесь на здоровье. Далее у нас смарт-часы наручные. То есть скоро у нас все будет смарт, то есть умные, у нас есть умный телефон, у нас есть умный телевизор, теперь еще и умные часы. Серия А894. Смарт-часы наручные. Выходят к вам. Далее у нас цифровой телевизионный, нет, у нас микроволновая печь. Чуть забегаю вперед. Печка микроволновая. Микроволновка, как его называют в народе, серия B470. B470. Печка микроволновая. Мы идем далее. Теперь уже у нас цифровой телевизионный приемник для качественного чистого приема 20 каналов общероссийского вещания. И серия Z248. 248, серия Z, приемник цифровых каналов телевизионных. Поехали дальше. Далее у нас набор кастрюль. Набор кастрюль, как нам уже сказали, их целых 5 штук для разных вот блюд, разные кастрюли. Серия E489. 489. Это набор кастрюль, и я вижу, кто у нас стал обладателем. Это у нас Рамазан Селения Целегюн. Вот он здесь. Все, вот, поздравляю. Вот, можешь подойти, забрать. Все, набор кастрюли. Рамазан, красавчик. Далее у нас золотое кольцо. Золотое кольцо, это серия V037. 037, серия В, кольцо золотое. Вот, если кто-то планирует жениться в этом году, то обручальное. Ваза для фруктов, очередной наш новогодний приз. И фруктовница уходит у нас, обладателя билета, серия G800. Серия G800. База для фруктов. Поздравляем. Далее у нас планшет. Планшет у нас тоже умный. У нас вся техника скоро будет умной. Серия Z190. 190. Серия Z. Планшет ваш. Приходите, забирайте, пользуйтесь. На здоровье миксер с чашкой. Очередной наш приз.
И это серия В 225. 225, серия В. Миксер с чашей ваш. Крутим наш барабан, чтобы перемешать получше корешки. Корешки у нас, а вершки у вас. И следующий подарок у нас — мясорубка. Серия В 813. 813. Серия В — это мясорубка. Далее смартфон в розыгрыше. Вот прям вот. Хотел уже сам этот корешок выпрыгнуть из барабана. Серия З 392. Серия З 392. Это у нас что? Термопод. Да. Так, смартфон ушел у нас. Термопод. Следующий наш приятный подарок на Новый год. Термопод. Серия Е 330. Серия Е 330. И это термопод. Здесь даже написано имя. Так, селяника Сумкент, Магомед Салам. Поздравляю своего сельчанина с этим подарком. Идем далее. У нас электрический чайник. Чайник электрический, это номер Е, серия 490. 490, серия Е. Электрический чайник ваш. И зовут нашего счастливого обладателя чайника. Так, Гусейнов Адам Телегин. Вот. Поздравляю, вот. Далее у нас приз — пылесос в розыгрыше. И мы просим наших помощников достать билет. Серия Ж 737. 737. Это пылесос, серия Ж. Поздравляю вас, чтобы у вас всегда была чистота, уют и порядок в доме. Поехали дальше. У нас утюг. Розыгрыш, очередной приз. Серия В 695. 695, серия В. Утюг ваш. Так, это у нас утюг выигрывает Расим с совхоза. Не знаю, правда, какой совхоз. Карл Маркса, Кириханова. Или вот здесь рядом с Бериджи. Далее у нас мультиварка. Мультиварка у нас уходит обладателю билета. Серия Б 081. Б 081. Это мультиварка. Она будет теперь варить на вашей кухне. Далее чайник железный, эмулированный. Чайник, в котором вы будете, из которого вы будете пить чай долгими холодными зимними вечерами. Серия А 587. 587, серия А. Чайник ваш. Графин со стаканами для тех, кто не любит чай, любит компот. Мы сразу же разыграем и графин. Графин со стаканами, серия Б 193. 193. Графин со стаканами ваш. Блендер 3 в одном. Барабанную дробь. Достаем, серия D 720. D 720. Блендер 3 в одном. На вашу кухню. И опять следом на кухню же кастрюля фирменная от фирмы Берлинго.
Премьер-лига нам платит за рекламу. Итак, серия D 813-813, серия D — это кастрюля фирменная, очень качественная на вашу кухню. И вот, кстати говоря, кухонный уголок тоже на кухню, куда бы казалось его еще. Если не на кухню, кухонный уголок. Серия E 494. 494, серия E. Это кухонный уголок. А мы перелистываем, да, давайте что-нибудь узнаем. Здесь написано «Глоби», коротко, ясно. Все, мы знаем, куда у нас уходит кухонный уголок. А в глобрик. Перелистываем еще один листок. Все, мы перелистываем. Меньшими становится призов. Думаю, наших зрителей это должно только радовать. И у нас планшет. Очередной желанный, приятный подарок, который вы не будете выпускать из рук долго-долго. Так, планшет. Это серия B 301. 301, серия B. Планшет уходит к вам. Далее гладильная доска. О, прямо из угла вытащил. Спрятал стампилет, но мы его достали. Серия D 316. Доска гладильная D 316. Гладильная доска, и там что-то написано наоборот. Гладильная доска у нас уходит товарищу Ширинбегу. Ширинбекска Бонаку. Все, у вас все будет дома теперь глажено и с удобством для жены. Далее смартфон. Еще один смартфон, еще один. Желанно при серии D 938. 938, серия D. Смартфон вам в ухо, хотел сказать. А стол обеденный. Еще один большой приз. Обеденный стол. Серия А 802. 802, обеденный стол, чтобы он всегда у вас был полон и гостями, и всякими вкусностями на столе. Чайник электрический, электрочайник. И мы вот достаем билет. Билет у нас будет серия Z 080. 080, серия Z, чайник электрический. Поздравляем. Далее у нас сковорода. Сковорода на кухню. Ну или не на кухню, на природу где-нибудь тоже. Бывает, поймаешь рыбку, пожаришь в сковородке и прямо там же и скушал. Серия А 351. 351, серия А. Это сковорода. Она ваша. Ваша отныне. Пользуйтесь на здоровье. Электрическая духовка. Духовка электрическая. Сейчас кто-то будет печь пироги. Радости. Серия А 036. 036, серия А. Духовка электрическая ваша. Поехали дальше. У нас кофемолка. Будете брать зерна мешками, перемалывать и пить настоящий кофе с ароматом. Серия Паш Б 661. Боря 661. Кофемолка вам в помощь. Далее набор ножей. Ножи у нас от мала до велика, наточенные, готовые к работе. Серия B 766. 766, серия B, набор ножей. Пользуйтесь по назначению. Утюг. Утюг. Неоценимая в хозяйстве вещь. И он уходит обладателю билета с серии B 202. 202, серия B.
утюг ваш. Далее набор ложек и вилок. Ложки и вилки вам на кухню. Серия Z826. 826. Это вот ложки и вилки. Как раз рядом с ножами поставите. У вас все уже на кухне есть. Далее фен для волос. Фен для сушки волос. Серия Z369. Тройка, шестерка, девятка. Серия Z. Фен для волос. Давайте пылесос. Вот, вот до самого дна сейчас руку протянешь и вот достанешь билет, который там спрятался внизу. Сейчас проинструктируем нашего помощника. Итак, пылесос. Ну, это было не так глубоко, но, по крайней мере, не сверху. Серия Е-324. 3, 2, 4. Серия Е – это пылесос, который будет теперь убираться в вашем доме. Сервис чайный. Очередной наш подарок, очередной наш новогодний приз, чайный сервис, и это серия Г-712. Гриша 712, это чайный сервис. Еще один из больших призов, это морозильная камера Ларь. Здесь прямо за мной лежит, стоит, не знаю, что он тут делает, но скоро она будет у вас, морозильная камера. Серия B216, 216, серия B, морозилка. Приезжайте на Газели. Тут, по-моему, и машина с багажником тоже не поможет. Сразу на Газели грузите и пользуйтесь надолго. Далее у нас набор кастрюль. Для разных блюд, разные кастрюли. Серия А135, А135, набор кастрюль вашим, пользуйтесь на здоровье. Далее у нас еще один умный телефон, говорят, вот этот телефон, он самый умный из них всех, школу с отличием закончил. Смартфон у нас серия Е653, 653, серия Е, смартфон ваш. Получайте звонки только с приятными новостями. Далее у нас ваза для цветов. Ваза для цветов. Главное не перепутать с вазой для фруктов. Серия Е301. 301. Ваза для цветов будет украшать ваш дом. Далее блендер для коктейлей. И коктейли. Коктейли они все любят. Фруктовые коктейли, банановые, особенно молочные. Больше не будете платить в ресторанах, будете делать у себя дома. Серия D511. Блендер для коктейлей 511, серия D. Далее у нас печка микроволновая. Микроволновка. Вот, достали самый нежный билет, по-любому ваш. Так, у нас часы настенные. И это серия Е620. 620. А, нет, это микроволновка. Все, давай, поверни еще раз ко мне, я говорю. Серия Е620, микроволновая печка. Микроволновая печка. У нас далее просто идет часы настенные. Огромные, красивые. Ну, вот закрытыми глазами можно увидеть время. Сразу два билета. Не глядя, один обратно закинул. На приору выиграл. Так, часы настенные. Серия B129. 129. Часы настенные. Вот у вас на стене. Далее у нас еще одно золотое кольцо. Колечко золотое.
серия E291-291, серия E. Когда говоришь «Золотое кольцо», у меня приятное воспоминание с магазином «Алмаз», который долгие-долгие годы спонсировал нашу передачу, если кто помнит, была такая. Далее у нас планшет. Планшет мы отдадим обладателю вот этого билета, серия А-332. Тройка, тройка, двойка, серия А, это планшет. Приходите, забирайте. Далее у нас термопод. Термопод мы уже разыграли, более 160 призов. Более 160 человек в Юждаге уже осчастливлены, а мы продолжаем их радовать. Серия Е-556. Серия Е, это термопод. Уходит к вам. Далее у нас электрический чайник. Чайник электрический. Серия Д-987. 987, серия Д. Электрический чайник. Чайник электрический. Там был. Потом видео перемотайте, посмотрите. Далее у нас велосипед. Па-вам. Давай кого-нибудь мальчика попросим. А уже достали. Е-316. Е-тройка, единица, шестерка. Е-316, это у нас велосипед, велик укатил уже кому-то. А мы достаем графин со стаканами. Графин со стаканами мы достаем, и это серия Б-235. Б-235, графин со стаканами. Он ваш. Далее у нас мультиварка в розыгрыше. Мультиварка, и принцесса сейчас достанет. Не копает у нас глубоко девочка, а потому что сверху лежит, то и берут. Серия D898. 898, серия D, мультиварка ушла. И ушла она. Так, Махмудова из Беди. Вот, поздравляю, мультиварка теперь ваша. Еще один смартфон, умный телефон. Вот, давай вот самый нижний билет, который там докопались, чуть ли до нефти не дошли. Но серия Z179. 179, мы только вот эти все билеты Z на самое дно утрамбовали, мы все равно оттуда достали его. Далее смартфон мы разыграли и идем к миксеру с чашей. Миксер с чашкой. И это серия V739. 739, серия V, миксер с чашей. Так, подходим, достаем утюг. Утюг для глажки одежды. Серия G013, серия G, это утюг, еще говорят, что это у нас невезучее число. Цифровой телевизионный приемник для приема цифровых каналов на любых обычных телевизорах, это серия E300, E300, цифровой приемник ваш. Чайник железный, эмалированный, для варки настоящего чая, вот, не вот это вот, который там в пластмассовых электрических чайниках, вот именно вот железный чайник уходит, серия B833, 833, серия B, чайник эмалированный уходит к вам. Далее у нас телевизор Smart TV, умный телевизор, для которого нужен интернет, и все, больше ничего для него не нужно, ну и электричество, конечно. И весь мир в ваших руках, серия G
476. 476 серия Г. Это Smart TV. А мы перелистываем еще один листок. Вот. А это еще один приз, как раз относящийся к телевидению. Это триколор. Комплект для приема спутникового вещания триколор. Это и тарелка, и тюнер, и все. Е-010. Е-010. Триколор в комплекте. Берите, пользуйтесь. Еще один смартфон. Еще один умный телефон. И он уходит обладателю билета серия D025. Серия D025 смартфон. Блендер 3 в одном в розыгрыше. Универсальный блендер, в котором можно и коктейли делать, и салат можно там накрошить. Серия G992. 992, серия К, блендер 3 в одном. Далее у нас набор кастрюль. Набор из нескольких кастрюль, из пятиточной, если быть. И это серия Z343. Тройка, четверка, тройка, серия Z, набор кастрюль. Не ваш. Еще один крупный приз, еще один большой приз. Это стиральная машина автомат. И стиральная машина автомат с самого дна нашего барабана мы отправляем. Серия Z783. 783, серия Z. Приходите, забирайте вашу стиральную машину. Там не было имени. Человек просто расписался, чтобы никто другой не забрал его билет. Далее у нас электрический чайник. Чайник электрический. И это билет серия Z293. 293 серия Z. И на обороте написано имя обладателя этого чайника. Казим. Казим, поздравляем. Приезжайте, забирайте свои чайники электрические. Дальше набор половников. Набор половников – очень нужная вещь на кухне. Женская половина наших зрителей это поймет. Серия Е-423. 423, серия Е, набор половников. Далее сковорода. Сковорода, сковородка. С крышкой, без крышки. Все, с крышкой, стеклянная. Серия G663. 663, современная, модная сковорода. Все, будете жарить, варить. Чайный сервиз в розыгрыше. Чайный сервиз, и это билет серия B547. 547, серия Б, чайный сервиз. Забирайте и пользуйтесь на здоровье. Еще одна, последняя гладильная доска у нас. Со слезами у глаз отдаем обладателю билета серия В-918. 918, серия В, доска гладильная. Фен для волос. Фен для волос, а мы вот со страшной скоростью идем к концу, у нас его розыгрыш. Серия D051. D051, фен для волос. Поздравляем, ваза для цветов у нас в розыгрыше. Цветочная ваза. Вот.
серия Г-238. 2, 3, 8. Серия Г – это ваза для цветов. Так, набор ложек и вилок. Ложки, вилки. Целый набор. И это билет под номером серии Е-509. 509, серия Е, набор ложек и вилок ваши. Далее ваза для фруктов. Ваза для фруктов, вот она вот здесь лежит, такая красивая, хрустальная. Серия Ж, 829. 829, серия Ж, ваза для фруктов. Очередной приз – это очередная кастрюля от фирмы Герлинга. Фирменная качественная кастрюля. Честно говоря, мне больше всего она здесь понравилась из всего, что мы разыграли. И я его отдаю обладателю билета серии Е-211. 211, серия Е. Кастрюля фирменная, отныне ваша. Далее у нас мясорубка. Мясорубка. И это билет серия З-499. 499, серия З. Поздравляем, мясорубка. Будет отныне рубить только ваше мясо. Смарт-часы наручные. Очень полезная добавка. Смарт-телефону. Смарт-часы серия Ж-229. Серия Ж-229. Я вам скажу, что осталось совсем мало призов. Их осталось всего 5. И следующий у нас смартфон. Смартфон серия А-825. 825. Смартфон, умный телефон ваш. Далее у нас электрическая духовка. Духовка электрическая для всяких вкусностей. Серия А-134. 1, 3, 4. Электрическая духовка ваша. Идем далее. Цифровой телевизионный приемник. Цифровой приемник Lumox написано здесь. Очень полезная вещь, даже как подставку для телефона можно использовать. Так, цифровой приемник серия V944. 944. Цифровой телевизионный приемник для приема сигнала цифровых телеканалов. Далее у нас диван. Вот такой вот диван. Благородный, кремового цвета благородного. Пока что на нем сидят смартфоны, но будете сидеть скоро вы. Серия G894. 894, серия G, это диван. Тут уж точно надо приезжать с газелью. Ну или с двумя грузчиками, если живете близко. Планшет. Последний планшет. И предпоследний вообще сегодня приз. Думаю, все зрители, все, у кого есть билет на руках, знают, какой у нас последний приз. Так, планшет у нас серия B672. 672. Серия B – это планшет. Все, призы у нас закончились. У нас остался один суперприз. Суперприз – это автомобиль Приора. Уже несколько лет мы разыгрываем автомобиль Приора. И география обладателя этого приза тоже очень большая. Это и Дербент, это и Спик, это и Ноусур, это, я не знаю, где-то Сахтинского района еще даже был. Сенгер, да. Так, теперь я хочу всех зрителей, которые пришли к нам в зал, тоже повнимательнее посмотреть, потому что всегда я уже... Почти 10 лет являюсь ведущим этого розыгрыша, и всегда у меня спрашивают один и тот же вопрос, действительно здесь все
Честно, я вам, когда я один говорю, это одно дело, когда вот почти 100 человек в зале скажут, что все было честно, думаю, ни у кого сомнений не останется. Все, крутим барабан. И вот эта вот девочка в очень красивом платье с бантом достанет билет. Нет, перемешай немножко. Все, и не глядя. Все, закроем, откроем. Свернутый вот этот наш свиток. Серия, сейчас только я знаю номер билета, никому не буду говорить. Серия G955. Серия G955, и я могу прямо сейчас позвонить этому человеку, если мне кто-нибудь даст телефон. Есть какой-нибудь телефон, который не ведет прямую трансляцию? По-моему, все телефоны в зале сейчас проводят прямую трансляцию. Серия G955, обладатель этого билета, сейчас не подозревает, потому что он будет смотреть лотерею уже в эфире телеканала «Юждак» только через несколько часов, а мы его уже, к сожалению, аппарат выключен. Но у нас есть номер, мы ему обязательно дозвонимся. Серия G955, запомните, номер телефона говорить никому не буду. Что, всем хочу пожелать удачи, чтобы вам в этом году везло в жизни. Лотерея – это одно дело, а главное, чтобы повезло в вашей жизни. Всем удачи, здоровья и всех с наступившим 2020 годом. До новых встреч!